Рахмет, әлем, рахмет сізге. Және үшін, әзір кеншелік бірікіне. Можны біз, я хотела сказать, что в семье у нас пела мама. Папа играл на баяне. И начинала я петь свою творческую карьеру вообще-то с русских песен, с телевидения, с центрального. Песни Владимира Яковлевича Шаинского пела в телевидении, выступала. И на одной из записей телевизионных передач я спела песню по-татарски. И режиссер Марк Рождествен говорит: «А почему ты по-татарски не поешь?» Я говорю: «Да я не знаю татарскую речь правильно, училась в татарской школе, но сама уже сочиняла». И вот, начиная вот с этого момента, я стала петь по-татарски. Сначала неправильно пела, говорила, что «Ладно, я пою, так и пою». Были учителя, которые мне говорили, нужно петь правильно по-татарски. Вот, и в песнях я стала его приобретать. Спасибо огромное моим учителям, которые мне привили любовь к татарскому языку. И здесь, в Татарстане тоже, постоянно поправляют, постоянно говорят. Но я очень-очень этому рада и благодарна. Еще я возглавляю в Москве женскую организацию «Акалфак». Вот, и там, что муж тоже «Рахатляным селешат татарща». Аллагачкар, это вот в Казани наш центр, приезжаем сюда на форумы. И благодарна всем, кто здесь, Акалфаклар Барма. Бар. Вот. И Роза, которая вот ведет съемку, которая делала все эти клипы, и девочки, все мы члены нашей татарской женской организации Акалфак. И возвращаясь к песням, конечно же, песни я все учила дома с мамой. Вот мамины любимые песни были и моими самыми любимыми. Сара Садыкова, «Бірінші махаббат». Әдегіз, біргелеп, жүрмек. Yeah.